Ой, Саня, а я уж думаю, куда поделался мой оруженосец? Иду одна, боюсь. Вдруг кто-нибудь меня украдет, а тебя нет. Куда ты подевался-то? Думал. И что ты придумал? Я не придумал, я понял. Понял, что должен быть рядом с тобой всегда, что бы ни случилось. Тихо так. Хочешь, закричу? А если я скажу, что мне слепит солнце? Я заслоню. А если захочу, чтобы ты ушел? Нет. Я не понимаю, чего ты хочешь. Ты не говоришь, что любишь меня. Ты говоришь одно, что должен быть рядом. Я не говорю, я рядом. Не ходи за мной больше, понял? Отстань от меня, пожалуйста. Я не могу без тебя. Что? Ничего. Эля, я люблю тебя. Я люблю тебя, Эля. Я люблю тебя, Эля, я... Давно. Очень. Очень, идиот. Какой очень? Толоконников? Здравствуйте, Александр Михайлович. Надо седативно что-нибудь принимать. Очень помогает. Ага. Рекомендую. Спасибо. Свободны. Я тоже свободен. Эль, привет. Привет. Ну что, пойдем? Куда? В кино. У тебя четыре пары. Пары? Нет, четыре. Нет, у меня тут отменили пары. Нет пар. Я уже иду в кино. С кем? Какая тебе разница? Ты его не знаешь. Так давай познакомимся. Ты в кино с кем идешь? С человеком. Живым. Ну что, они здесь вымерли, что ли, все? Пойду. Послушай, я хочу тебе объяснить. Да ты что? Ты уверен, Сань? Я долго думал и хочу сказать, что я понял. Я не люблю тебя. Да, не люблю. Люблю – это не то слово. Я просто без тебя… Как все, понимаешь? А я не хочу, как все. Ой, Господи. Ты не хочешь, как все. А что я должна тебе сказать на это? Ну? Хотя нет, подожди. Помолчи. Ничего не говори. Заказала. Все нормально, Саня. Ты молодец. Все нормально.
Джинни, там что? Джинни, пожалуйста! Джинни! Красивый. Кто? Митхун Чакраборти. Наш кинотеатр притащила. Что за клоун? Да с института. Не, я думаю, она меня просто дразнит. А это сморчок прилип. Саня, я пойду, ладно? Не, Рит, подожди, что ты? Пойдем прогуляемся. Пойдем. Завтра машину забираю. Опель красного цвета, 140 лошадей. Ух ты. Пешком больше не пойдем. Здорово. Текст каким завтра? Мне с утра. И так 4 года. По полной программе впахивать. Ужас. Да ладно, перестань. Когда еще такое будет? Универ — это здорово. Это весело, это друзья. Это потом начинается жизнь. Кредиты, кризисы, жены, дети. Всем должен, как земля колхоза, ей-богу. Ну что, семья, разве это плохо? Да нет, это сдуб. Неплохо, я не против. Да ну его к черту. Ходит по пятам за мной, как ненормальный. Значит, любит. Он себя любит. Себя со мной. А я его понимаю. С тобой рядом можно и себя полюбить. Лид, ну что ты стоишь? Проходи. Пойдем отсюда. Куда? Столько бы нас заказали. Я думала, у тебя прошло. Ну ладно, в детстве бывает, перемкнула. Ну ты же взрослый человек. Чего ты ведешь себя как мальчик? Здравствуйте. Здрасте. А может, что-нибудь из напитков желаете? Цикуту, пожалуйста. Я спрошу на баре. Спросите. А вы? Ему то же самое. Да, хорошо. Я пойду с ним поговорю. Сядь. Сядь. Ну, началось. Привет.
Привет. Эля, я чисто в заложниках. Ну ты что, издеваешься, Сань? Я ему тоже говорю. М? Ты меня слышишь или нет? Я с кем разговариваю? Ты вообще нормальный? Здрасте. Вы, наверное, Элькины друзья? Да? Здрасте. Я начинаю верить в совпадение. Я Максим. Ее зовут Эля. Понял? Перестань. Ты Саша, понял? Прекрати, понял? Я сказала. Ребят, понял меня, клоун? Понял меня? Сань, успокойся. Ты с ума сошел? Ребят, ну успокойся. Как ты? Перестань, сейчас сказала. Хватит. Все. Иди сюда. Да сядьте вы уже. Максим. Козел. Куда пошел-то? Че, испугался? Макс. Вали, вали. Успокойся уже. Сейчас я его... Вернитесь на свое место, пожалуйста. Это у тебя кольцо какого года? А? Это 65-го. А я тебе не рассказывала о нем. Ну, 65-й год был такой. Оказывается, что в 65-м наши ребята во Вьетнаме воевали. Ну, а кто оставался, те отращивали такие себе длинные волосы, такие, ну, патлы. И распевали в подъездах. Тарарарара, yesterday. Непонятно, но красиво. Красиво. А ребятня, ну, малышня, во дворах строили такие ракеты, потому что в этом году космонавт Леонов вышел в открытый космос. Вот мы радовались, как будто бы в ЦУМе выбросили дефицит. Ну и, конечно, мы все ходили в кино. На Софи Лорен. Ты видел вообще-то «Брак по-итальянски»? А, Сань? Спи, Санечка. А что ж еще такого важного было в 65-м году? Не помню. Да, хороша. Сколько сил? 120. А выжима сколько? Ведь 140 шел. Да, мне б такую. Поработаешь с моё, может, появится. Привет, Наташа. Привет. Кого ждем? Блин, а ты упертый. Да не, я последовательный. А что ты у нее сам-то не спросишь? Что ты в ромашке-то играешь? Любит, не любит? Да ничего, просто не твое собачье дело. Какой ты грубый. Ага. Ну? Гну! Ну что, пошли, что ли? Пойдем. Изя, подержи. Пойдем. Пойдем. Парни, вы что? Стой, Изя. Че ты дергаешься? А ты че? А? Че хочешь-то? Че я хочу? А? Че? Максим! Ну что опять? Да мы тут как два оленя. Сам олень. Да пошел ты! Максим! Вообще, отойди от машины. Поехали. Блять, сам олень! Лид, время есть? У меня? А? Полно. Пошли. Пойдем.
Макс сумасшедший. Такое творит. Что, прям это? Нет, ты что? У меня тоже вчера вечером аналогично. Да ладно. Что-то с чем-то. С кем? Саша, ну сколько можно? Привет, Лид. Как дела? Слышь, осторожней. Что, написала? Нормально? После вчерашнего ты шутишь? Ага. Хорошая шутка, ребят. А, ты тут? Привет. Видела? Ага. Отлично! Расслабься, отпусти ситуацию. Тебя это волнует? Да меня это не волнует. Мне жалко Лиду. Иди сюда. Зачем? Ну, поди, не боись. Ритерки. Фу. Невозможно смотреть. Наш ответ Чемберлену. Привет, сынок. Че, язык проглотил? Ничего не проглотил. Отстаньте от меня, пап. Мне заниматься надо. Ишь ты, профессор нашелся. Пап, отстаньте от меня. Мне заниматься надо. Отстаньте от меня все. Сань. Что? У тебя деньги есть? Нет. Врешь, знаешь, что мать дает. Одолжи, а? Сань. М? Как там, мама? Нормально, без тебя нормально. Thank you.
Не делай вид, что спишь. Я видела, горел свет. Я понимаю тебя, Лид. Ну, как ты все это знаешь? Он тебя использует. Эль, не надо завидовать. Я перееду. Не могу так. Расслабься. Вот, отлично. Локоть выше. Хорошо, время. Заходите, следующая пара. Время. Привет. Привет. Ты что, одна без сопровождения? Поговорить с тобой хочу. О чем? Не обижайся на меня, ладно? А что мне обижаться на тебя, Эль? Ну, может, какое-то занятие обижаться. То, что вы с Лидой, это шутка такая. А какая тебе разница? Ну, есть разница. Какая? Ну, просто я думала, что ты. Ну, точнее, нет, я не думала, я чувствовала. Ну, что мы с тобой, точнее, ты. Господи, я... Эля, ты зачем пришла? Время! У меня тренировка, извини. Давай, пока. Ребята, поднажмите на рекорд, идем. А моя подруга случайно тут не пробегала, а? Пробегала. Просила передать, что это не она начала. Да? А кто? Ну так, одна собственница-эгоистка, которая лежит, как собака на сене. А по-моему, ее подруга зря времени не теряла. По-моему, у нее все неплохо. Ну что же делать, бедняжки? Надо как-то бороться за свое счастье. Так вот, передай моей подруге, что ей больше не нужно, бороться. Как это? Чему? Она победила. А? А потому что та другая сошла с дистанции. Она выходит замуж. Ли, привет, все нормально? Нормально. Эля съехала. К нему? Не знаю.
Слушай, может, нам переспать на глазах у всего института? Ну, чтобы она как-то взбодрилась, так взволновалась конкретно. Ты давай думай быстрее, а то она замуж выходит. Привет, мам. У тебя все в порядке? Привет, да. Слушай. Подожди, я хочу тебя познакомить, это Анатолий. Мам, я опаздываю. Мой сын, Саша. Пойдем. Хочу поднять бокал за мою жену, чтобы она и я были всегда рядом. Давайте выпьем за нас! Иди давай! Я сейчас приду. Послушай. Руку, руку убери. Послушай. Тебя никто сюда не звал. Ты что пришел? Че, любишь его? Уходи отсюда. А? Любишь его? Иди отсюда, я сказала. Чем он лучше меня? Чем он лучше меня? Чем он лучше меня? Он меня не боится, понятно? А я тебя боюсь. Отстань. Кто тебя боится? Кто тебя боится? Все, я тебя боюсь, что ли? Ты больной, что ли? Иди отсюда. Эй, ты ничего не попутал? Пошел отсюда! А ну руки! Руки убрал! Встань сюда, иди! Что ты сказал? Сюда! Пожалуйста. Все. Садись. Молодец. Все в порядке. Что, он не тронул тебя? Нет, он не тронул. Что он хотел? Ничего он не хотел. Что он хотел? Это... Ничего не хотел. Тебе не больно? Где этот козел? Сань, да отпусти ты. Живи настоящим. Ты ж красивый парень, Сань. Найдешь себе отличную девчонку, все у тебя будет тип-топ. Я чувствую, по-любому. Прости за откровенность, но она тебе не пара. Она тебя просто недостойна. Вот они нашли друг друга и зашибись. Прости, если я делаю тебе больно.
Я просто не могу молчать, глядя на то, как ты мучаешься. Сань, не в обиду. Просто прости. Прости. Что? Саня, ты это, оставайся, а то что ты мыкаешься там, родители поймут, они у меня ребята понятливые. Значит, все? Ничего не значит. Как ты тоже. Что-то кто-то ему нашептал там о бабах. Типа, не видать нам Толоконникова настоящей любви и жениться на нелюбимых. С малолетства мне гад внушал. Мол, полюбишь кого, беги, иначе несчастья придут. Такой вот... Проклятие. А на мамке? Ты по любви женился? Дорогие новобрачные, в жизни каждого человека бывают незабываемые дни и события. Сегодня такой день у вас. День рождения вашей семьи. Семья – это союз любящих людей. Союз добровольный. И прежде чем зарегистрировать ваш брак, я обязана... Саня, спросить, ты меня любишь? А? Является ли ваше желание вступить в брак ничего. Искренним, свободным... и хорошо обдуманно. Прошу ответить вас, Александр. Да. Прошу ответить вас, Лидия. Да. Учитывая ваше обоюдное согласие, которое вы выразили в присутствии свидетелей, родителей, близких и друзей, ваш брак регистрируется. Я прошу вас подойти к столу и подписями скрепить ваш семейный союз. Саня. А? Пойдем, нас зовут. Тут ручку давай. Пошли. Дорогие новобрачные, в жизни каждого человека бывают незабываемые дни и события. Сегодня такой день у вас. День рождения вашей семьи.
Семья – это союз любящих людей. Союз добровольный. И прежде чем зарегистрировать ваш брак, я обязана спросить вас, является ли ваше желание вступить в брак искренним, свободным и хорошо обдуманным? Да. Прошу ответить вас. Конечно, да. Учитывая ваше обоюдное согласие, которое вы выразили в присутствии свидетелей, родителей, близких и друзей, ваш брак регистрируется. И я прошу подойти к столу и подписями скрепить ваш союз. Ну и чё? Ну чё, вот и... О чём я говорю? Ну так и что, твои трубы? Так, привезли? Ну, ничего, не привезли. Будешь? Mm-mm. Сейчас зачитаю фразу одну. «Война и мир» Толстой. И я иду, потому что эта жизнь, которую я веду здесь, это жизнь не по мне. Хорошее выражение, да? Ну, пока. Пока. Побежала. Звони, как закончишь. Где ты был? Опять 25. Ну, где я могу быть? По делам, конечно.
Максим, сколько можно повторять? Ты опоздаешь, слышишь меня? Вставай! Ты слышишь меня или нет, Максим? Встал быстро! Вон, смотри, дочка. Красота какая, папа. Смотри, а ты скоро забудешь, как он выглядит. Вот, ты не забудешь. Ап! Ванюша, кашку ам! И папе ложечку, и Ванечке ложечку, и Ванечке ложечку, и папочке ложечку. Стой, 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 стой! Еще маленькую ложечку за папу! За папу! Папа тоже плачет! Ой, умница какая! Привет вам! Раз, два, три, четыре, пять! Ну и где ты шлялся всю ночь? Это вопрос риторический. А я звонила на кафедру. Да, почему здесь кафедра? Мы, между прочим, с ребятами в район выезжали. Нашли родственника нашего неизвестного солдата. Поздравляю. Ванюш, да, ты права. Я всю ночь в баре зависал, пил и прелюбодействовал. Очень тонко. Иди сюда. Че, пойдем, пойдем. Яичницу будешь? Макс, телефон! Макс, тебе сообщение, может, это срочное? От кого? Алексей Дмитриевич. Хорошо. Тихо. Все,